Ага. Вот и фестиваль. А, да. По этой дороге можно пойти на фестиваль. Мы решили прогулять вас по мосту, а наш друг остался около машины, потому что если вдруг возникнут проблемы, я так понимаю, да? Он просто уедет, да, а потом позвонит туда. Туда. Ага. Потому что нет уверенности в том, что, нет, что здесь можно оставлять машину? Там кирпич просто здесь. Серьезно? Может тогда не, ну нафиг эти проблемы, поехали? Нет проблем, он уедет и все, здесь не... Не полицейский государство. Здесь не будет, как у нас, сразу эвакуируют и все, до свидания. Здесь сперва поговорят. Понятно. Полицейские, лучше не снимать. На. Книжки здесь везде продают. Здесь, да. И вот это всегда обращаю внимание. Ой, мост. Больше прогулочный. Что это за воды эти самые? Водоплавающие. Катамараны здесь. Да-да, плавают на этих катамаранах парочки. Нет, потому что мы быстро должны уехать, там нельзя стоять. Он все хочет. Пепси. He want Pepsi. Красиво. Да. Сколько? 3000 лет сказали этому мосту? А, два блока. Ну, пешеходный мост не означает, что мотоциклистам нельзя. Мотоциклистам здесь везде можно. Классно. Классно. Мост, главное, смотри, ограждение какое кривое, что вот в эту сторону. Мимо Олега. Олег закрывает, но вот видно, что оно изогнутое. Что в эту сторону, видите? Туда, сюда, сюда, туда, туда, сюда. Мост сам не очень длинный. Но река уже такая, как это сказать, со всех сторон в бетоне. Типа, это называется благоустроенная, но давайте. Куда мама? Куда они? Мама пошла обратно, маме жарко. А мы пойдем, чуть-чуть пройдем и вернемся обратно. Мне просто интересно выйти где-нибудь на серединку этого моста, и, возможно, будет видно ту сторону. Вот та сторона. Да, вот торговля. Самая простая торговля, просто лежит, все лежит на полу. Да. Ну как, Михаил, тебе и Олег, ваше мнение? Нравится место? Симпатичное? Старенные. Глянь, как мечеть хорошо видна. Ну, это такая мечеть огромная, что она видна со всех сторон. А за ней тут... Что там, птичка прилетела, да, Миша? Да. Наша мама вон пошла в желтенькой маечке к
машине, потому что солнце сильно печет и захотело обгореть. А мы в головных уборах. Не надо. Мы немножко пройдемся. Какие-то инструменты продают. Клещи. Где что натырено? Мужик, он что-то сидит. Типа делает. Ремни продает. Да. Ну, собственно говоря, вот он уже. Конец моста виден. Он просто переходит с одной стороны на другую, как нам наша подруга Сардинча объяснила. Два района разделяет две части города. Одна сторона называется так же, как река Сейхан. Река Сейхан и район вот правый Сейхан. А с другой стороны район по-другому называется. Я, к сожалению, не запомнил, не смогу воспроизвести турецкое название. Дети уже говорят, пойдем обратно, что мы сейчас и сделаем. А здесь вот автомобильные мосты на этой стороне. А за ним, видите, на горе там микрорайоны уже современные стоят. На горе вообще высоко какие-то большие башни прям. Катамараны там, Миша вот завидует на них. Пойдем, вот из-под моста еще один выплывает или заплывает под мост. Пойдемте, дети, все, посмотрели. Интересное место, знаете, прикоснуться ногами, так сказать, к истории. 3000 лет все-таки не хухры-мухры, да, Михаил? Мотоцикл чистился и проехал. Да, там был такой мостик. Как будто этот летел. Так. Загнался, прыгнул, летел. Отель. Этот город больше популярен с точки зрения бизнеса. Это как так называют больше, очень часто бизнес городом. Как туризм его мало кто рассматривает, а вот как с бизнес-точки посетить его многим интересно, особенно туркам. Хотя иностранцев тоже сюда привозят. Или не привозят, они сами приезжают для решения бизнес-вопросов. В общем, прогулялись мы по мосту. Было интересно. Хорошо, что в городе есть такие места интересные, старинные. Поедем мы дальше. Хотел почитать немного про мост. Короче, это старейший в мире используемый ныне мост. Вообще считается он символом Аданы, а построен был еще римским императором Адрианом. Раньше у него было 21 пролет, а сейчас осталось только 14, 7 сейчас под землей. Лев Рамазан Олу. Ататюрк Эви, Синема Мюзеси. Yellow Building, Atatürk Evi, Sinema Müzesi, Sabancı Kültür Merkezi. Культурный центр. Мне еще про Пашу рассказали. Олег, будешь читать про мост? Сердич, подожгли гитрик, да? Сам билесин, ама дилберлер сек. На том мост. Вот, 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 Паша – это титул, присвоенный этим, выше полковника кто? Генерал? Ну, да. Да? Наверное, да. Ну вот, при Османской империи. И вот они, этот, Гази Паша, чего-то Паша, везде этот Паша. Февзи Паша, Джамаль Паша, Гази Паша, Зия Паша. Ага. Зия Паша. И этот Сардинч называет Эрай Паша. А вот... Эрай Паша. Курбан Паша. А вот реклама фестиваля. Бараж Гюлю. Бараж Лейк. Дам Лейк. Озеро. Озеро Лейк. Короче, про мост я не рассказал, был построен Адрианом, римским императором. Раньше были ворота с обоих сторон, сейчас их они отсутствуют, полностью разрушены. Вот. Последняя реставрация у них была в 2007 году закончена.
Так, мы еще немножко едем. Как жарко сегодня, а? Такое ощущение, что здесь жарко, чем у нас, а? Сегодня жаркий день, да. А, или мы просто в это время всегда дома сидим? Вчера мы где-то в это же время выползли примерно на... И пришли тоже, прям очень жарко было. А геймфестиваль? Фестиваль? Да, кебаб? Парк. Мы так и не попробовали ваш чердак. Чердан. Чердан, yes. Also in Erdem, чердан, I am sure bears. В общем, не попробовали. На блюдо, да, чердан называется. Друзья говорят, что посмотрим, в Эрдемли найдем. Работает, конечно, у вас? Да. Все как положено. Так, ну, кстати, мы опять подъезжаем. Сегодня третий день фестиваля, но да, мы решили туда сегодня не ехать. А в Тарсусе нам хотят показать... Что-то интересное. Что-то вкусненькое, да. Чем-то угостить вкусненькое. Приедем, все покажем. Тарсус — это по дороге между Аданой и Мерсином находится. Родина нашей подруги Сердинч. Фестиваль, мы проезжаем его, все эти палаточки стоят. Фестиваль продолжается. Вчера ушли тогда, а там всякие фейерверки. Да, мы вчера не посмотрели фейерверки, вчера по закрытию были фейерверки разные. Красиво было. Тут стоят полицейские машины, снимать их нежелательно, как и полицейских в Турции, это не разрешается. Ага, ведь ты еще так, ну, парк еще продолжается, мы сейчас мимо него до конца проедем и потом поедем дальше. Эски Бараш. Старое озеро Бараш. You see? You want to take picture? Видно, да. Там камни лежат старинные. You want to? Так, если тебе... Okay, go. Куда мы туда не дай? Тамам, гештик. Сордум, йог, деди. Насу, йог, деди. Ты сказал нет? Нет, нет, go, go. This is the river going up. The Seyhan River? Seyhan, yeah, Seyhan. Yeah. This is walking area. This. Forest. Forest, лес? Yes. Так красиво. А грибы есть? А mushroom? Bar? Mushrooms. Mushroom? Да. Orman? No, mantar. Maybe. Может быть. Но Монтарио куда? Но Маш, окей. Нет грибов. Ну, симпатично. Ну, такая, знаете, вот сейчас в окно видно. This is artificial forest. Русская река, русский такой этот пейзаж. Российский, скажем так. А сзади пальмы. А тут тык-тык и пальмы мелькают. Вроде бы речка такая простая, без всяких, и пальмы мелькают. Ну, слушай, выглядит она презентабельно, интересно. Люди like Буаскио, пиши. The small market of Буаскио, пиши. Here, see? Now you will see easily. Вот, пять. And the, at the back, Seyhan Dam. Seyhan? Energy. Энергостанция, электростанция. Yeah, гидроэлектрик сантра. Гидроэлектрическая станция. Ну, yes. Гидротехническая станция. Три блок. Cylinders, you see. Вот этот мост поприкольнее будет, весь открытый такой. Электро... Вот этот вот воздушный, да, пешеходный мост такой, туда вот в лесок, который мы проезжали. И все это время мы поднимаемся на гору. You see the new Adana? Кузей Адана. Норд. Северная Адана. Была видна нам правее. Интересно. Здесь мы вот не ездили ни разу. Интересно смотреть. Атмосфера вам была.
КПСС. О, вот из КПСС. Kamu personeli seçme sınavı. Government officer select exam. Government экзамен, государственный экзамен. Government personel. Kayıkhanede bir çay içsek mi? А кто сдает? Биф. Экзамены. Этот КПСС везде встречаются, везде вывески с КПССом. Вот опять КПСС, видите? Внятнее скажи. Так, впереди какие-то горы. Интересно. О, опять интересный какой пейзаж. Пейзаж как меняется. Not too much water now. Нет воды тут, в этом месте. Мне кажется, это в этом сезоне сейчас пока что нету. You see, there's an island now. There's no island. There's a road. If the water more, island. Ага. Это winter? Yes, in winter time. Зимой, да, там это становится островом. Сейчас туда идет дорога. А где вообще люди купаются с этого региона? Adana peoples were swimming. Караташ, Мерсин. Мерсин. Караташ — это озеро Караташ, нам Before, говорили. Before Караташ was very popular. И очень популярное But later, Mersin. Everybody go to Мерсин like us. А, сперва в Караташ едут, а потом уже только в Мерси. Караташ not developed. Не застроенный. You see? Чудесно. Так, опять мост, еще один мост. Прям мост на мосту. С левой стороны опять, смотрите. Orada da su olmamış ya kayıkhanede. Şeye verdiler, festival verdi, Yeseyan'a verdiler. Orayı coşturdular, şov yapacaklar. Hayatım bir şey, şov yapmak değil. Orada kapağı kapattılar, önündeki kapağı. Справа вот она, электростанция. Мы ехали издалека, ее видели. Yağmur da yok, su da yok. Yeah, this is Seyhan Dam. Yes, yes. Şehir hastanesi. That is the new government hospital, biggest. Большой это государственный госпиталь. Yes. Внизу он, там какие-то работы проводятся. Это все территория, скорее всего, закрыта. Это при электростанции находится. Такие объекты обычно здесь под отдельным, так сказать, под охраной. Видно, что воды там очень мало. Вот полосы белые на здании. Видно, что вода сейчас очень низко. Где-то метра на 4 ниже, чем, видимо, зимой она поднимается, когда полноводные реки становятся. Чукурова университет. Это крупнейший региональный университет. Здесь вот идет кампус, его учебные корпуса. Здесь все будет. Вот мы территорию его, видимо, проезжать будем. Hiç kayıkhaneye gitmeyin bence Serdar. Çok vakit kaybedersin. Что и как сам университет будет видно, нет, не знаю, но так кое-что видно. Пальмы тоже, все как положено. Здесь тоже транспаранты, что приезжает Эрдоган. Left, kız öğrenci yurdu. Erkek öğrenci yurdu, yes. Спортивные комплексы там right. Написано. Левцо. Са. С правой стороны был спортивный факультет, судя по всему. Там так было написано на вывеске. Что-то про спорт. Опять то же самое, спортивный факультет. АБЦД корпуса, видимо, или что это? Чукурова. Что-то какая-то стрелочка.
Опять пальмочки, пальмочки. Там за забором какие-то навесики стоят. Вот мотоциклы против шерсти. Надо вот. Перше не гелен и кюзлер. Скоро закончится место, мы приедем в Тарсус, мы ничего. Мы прошли через лес, маленький. И пришли к интересному водоему. Видимо, это озеро, про которое нам говорили. Salt Lake. Нормал. Вай, оно большое. Вот здесь за деревьями открывается вид, он там проглядывается. Оно какое-то очень большое. Много воды ушло. Ну, очень интересно посмотреть на него. Сейчас мы выйдем вот здесь вот на простор. Здесь вообще должно классно смотреться. Вот, вот. Вот мы выходим. Слушайте, классно. Супер. Olga da gelsin. Nerede? Обалденно. Красота. Лодочка плавает. Смотрится шикарно. Класс. Да, сюда стоило заехать, посмотреть на это. Красиво. Народу много таких приезжают, просто полюбоваться. Вот гуляют в этих вот соснах рядом с этим озером. И лодочка одна единственная вот стоит здесь вот. Больше нет никого. Рыбачки это или просто прогуливаются. Классно. Не знаю, вот видно вам вообще перспективу всю. Там вдалеке мост, даже не видно по мосту, поэтому кто-то передвигается или нет. Особенно мне интересно вот эти вот дома, которые стоят на горе. Вот у них наверняка вид красивый на этот водоем с верхних этажей. Класс. И такая, знаете, тишина, нету ни ветрища сильного, просто вот такой спокойный, спокойный легкий ветерок. Деревья чуть-чуть покачиваются. Красота. Супер. Спасибо друзьям, что нас завезли в это красивое место. Честно говоря, мы не знали про него, не знали, что надо сюда попасть и посмотреть. Вот. Когда на это смотришь, понимаешь, что ради этого стоит жить и посещать другие страны, другие интересные места. Интересно, стоит путешествовать, вот что еще понимаешь. Классно. Супер.